ребятки, кто не понял, это мой нынешний автомобиль. Вот, и хотел бы я сразу ответить на возникшие у вас, у верных моих подписчиков, вопросы. А где же Нива? А вот я Ниву поменял, продал. Взял кредит, купил вот это. Сейчас таксую. Таксую не первый раз, в принципе, об этом и будет ролик. В общем, решил ролик перезаписать. Мне показался слишком длинный предыдущий вариант, сейчас попытаюсь покороче. Я езжу на такси иногда, мои дети часто ездят, и часто звучит вопрос, почему так долго? А пока вот с клиентами общаюсь, некоторые вообще могут ждать 40 минут, даже до часа. Вот в чем складывается проблема? Из чего складывается проблема? Дело в том, что водителям можно ставить в Яндекс приложение отметки там, от 1 до 5. Поэтому большинство водителей общаются вежливо, в том числе и я, подчеркнуто вежливо. И даже стараюсь разговорить иногда пассажира, если вижу, не в себе, так отвлечь маленько. Вот. То же самое приложение предлагает после поездки пассажиру поставить оценку водителя. Но у меня рейтинг больше 4,5. Там в одном месте так, в другом 5 баллов. То есть рейтинг у меня высший. На меня не жалуются, пока не жалуются. Но я буду говорить пока как бы больше информации, которая исходит от столичных водил, шоферов, таксистов. И от тех городов, типа областных или больших районных городов, там где по 300 тысяч людей живет. Вот в основном информация оттуда, но и в полной мере это все придет к нам, в провинцию. А это обычно приходит несколько позже, кое-что уже приходит. Я раньше пассажирам ставил или 5, или ничего не ставил. На данный момент, посмотрев ролики, понял, что в столице и в больших городах уже давно водители такси стали ставить оценки пассажирам, причем по 5-бальной системе. В чем заключается эта оценка? Ну, во-первых, хочу сказать, что если рейтинг пассажира падает, а он в Яндекс фиксируется, то есть все отрицательные оценки, они фиксируются, то пассажир такси может ждать гораздо дольше, чем пассажир, у которого хороший рейтинг. То есть на автомате Яндекс такси в первую очередь предоставляет, допустим, вот два человека заказали такси в одном районе, у этого положительный рейтинг, у этого средний рейтинг или отрицательный, слабый какой-то. То есть, естественно, такси в первую очередь дадут, у кого положительный рейтинг. И уже я столкнулся с тем, что, ребятки, некоторые люди, которые заказывают такси, ждут по 20, 30, 40 минут такси. Потом еще жалуются, почему к ним так поздно приходит такси. Да еще за это ставят не Яндексу отрицательную оценку, а пассажиру. Они думают, что... Ой, не пассажиру, а водителю. Таким образом думают, что они Яндексу ставят оценку. Нет, вы ставите оценку водителю. Хотя водитель здесь ни при чем. А виноват ваш рейтинг, личный рейтинг. Ну за что ставят отрицательные оценки? Я попытаюсь сейчас быстренько объяснить. Ну, к примеру, заказал пассажир такси, а сам где-нибудь находится в промзоне, или как у нас на окраине где-нибудь города, и Яндекс высчитывает время прибытия такси к пассажиру, допустим, 7 минут. Но Яндекс не учитывает, что там идет плохая дорога, лужи, камни, объезды. 7 минут. По асфальту доезжает таксист быстро, а потом начинается бездорожье. И в результате таксист опаздывает. Во-первых, ему пассажир может поставить плохую оценку. Во-вторых, он бьет машину. На таких дорогах сильно бьется машина, перегазовка. Я когда в белом такси работал, в месяц я 2 раза прокалывал колесо. А потом в луже где-то что-то там перебортировал. Вот. Пассажиры этого не понимают. Они считают, что они
деньги заплатили, и типа того, все шито-крыто. Но когда таксист приезжает в такую точку, отвозит пассажира, и пассажир не дал чаевые, то есть он не понимает все эти трудности дороги, как таксист до него добирался, ему ставит таксист плохую оценку. Другой вариант. Вот я брал мог бы взять двух мужчин, то есть меня вызывают, я подъезжаю, богатый дом, все вокруг плиткой уложено, вот, и выходят два таких хозяина жизни, стоят перед моей дверкой впритык и распивают пивко, о чем-то рассуждают. Я ждал, открываю окошко, говорю: ребят, вы вызывали? Да, вызывали, подожди. Вот. Я уже хотел уехать. Ну, в принципе, и уехал. Один из них был пьяный сильно, его пытались машину толкать, он не хочет. Хорошо вышла девушка, и не пьяная девушка. Я ей сказал: отмените поездку. И таким людям я буду ставить тоже отрицательные оценки. Если залезла пьяная компания, выпившая, шумная, бог с ним. Если залез какой-нибудь мужичина с перегарищем, там, со всеми запахами чеснока из желудка, извините, ребята, оценка будет невысокая. Если девушка, чаще всего девушка, точку ставит на перекрестке, где останавливаться нельзя, где движение, ты, естественно, проезжаешь дальше, она почему-то не понимает, что ты проехал и почему ты проехал дальше. И притом не может тебя найти, головой покрутить, прикинуть, где, если не здесь, то где может остановиться автомобиль. Вот. Да еще потом возмущается: извините, ребята, оценка будет невысокая. Если тебя вызвали к подъезду, а к подъезду не доберешься, потому что куча припаркованных автомобилей, и тебе в темноте потом сотню метров сдавать задом с риском, что ты нарвешься на другую машину припаркованную. То есть человек не хочет понимать, что есть трудности у таксиста. Нет, выйти на угол дома и встретить машину, потому что в Яндекс на карте написано, вернее, видно, как двигается автомобиль, когда он подходит к дому там и так далее. И в это время выйти. Оценка будет отрицательная. Потом есть участки дороги, где припарковаться тяжело или запрещено припарковаться, ну и так далее. То есть трудности парковки. Плюс к тому, Яндекс не всегда точно указывает точку, где припарковаться. То есть ты можешь проехать лишнего 100 метров, там даже 200 метров, опять клиент может начать возмущаться. Но даже если не возмущается, а точку показывает там, где тяжело припарковаться автомобилю, он получает кол. То есть рейтинг пассажира падает. И опять повторяю, в следующий раз такси, возможно, придется ждать гораздо дольше. Если перенасыщение такси в этом районе, да, ты со своими колами, в принципе, можешь уехать быстро. А если не хватает такси, то тебе в первую очередь не дадут. Дадут пассажиру, у кого хороший рейтинг. Если ты подъехал на точку, к подъезду, скажем, идешь одну минуту, три, пять, семь минут, а пассажир, он может посмотреть в приложение, что ты уже стоишь, тем более ему звонок поступает, что таксист на месте. И только после того, как ему поступил звонок, пассажир начинает одеваться на 125 этаже, потом к лифту, дождался лифта, спустился, поболтал с консьержкой, не спеша там по пути допил пиво, кинул в урну, и садится только после этого к тебе. Вот. А ты не знаешь, не понимаешь, что выйдет, не выйдет, выйдет, не выйдет человек. Ты переживаешь. А он может в Яндекс.Приложении написать: я уже выхожу. И ты сидишь спокойно, ждешь человека. То есть человек не въезжает в потребности таксиста. В свои въезжает. Он заплатил, пусть вовремя таксист приедет, вовремя довезет. Это он понимает. А потребности таксиста не понимает. Извините, ребята, будет отрицательная оценка. Некоторые, садясь в такси, считают, что заплатив там 130 рублей, они купили таксиста, купили машину, начинают позволять себе интонации неподобающие. Извините, если человек себя так ведет, как хозяин в такси, в салоне, такой человек получит
тоже невысокую оценку. Если девушка, что-то с женщинами чаще это бывает, ставит точку на автобусной остановке, но нельзя останавливаться на автобусной остановке, тем более тогда, когда час пик, там движение, все такое, ты, естественно, останавливаешься где-то, уйди, собака, меня не видно, и отойди, ну иди сюда, иди сюда. Ты, естественно, останавливаешься где-то рядом. Если дамочка не соображает, что надо просто-напросто покрутить головой, что надо перезвонить, в конечном итоге догадывается, что надо позвонить, но уже с возмущением, где вы есть, я стою на автобусной остановке. Ну, ребята, проводишь. В лучшем случае провожу политинформацию. Если женщина и дальше не понимает, ставишь отрицательную оценку. Если точка, где постоянно садятся пьяные рожи, на эту точку вообще не выезжаю. В каких случаях еще можно поставить кол? И ставят. Вот садится таксист с банкой пива. Вот уже даже статистика существует примерная. Из 10 пассажиров с пивом, один из них пиво проливает на коврик, на стенку, там еще на что-то в автомобиле. Говоришь человеку, пиво допейте и садитесь. Он, да я аккуратно. Все говорят, я аккуратно, тупые харя. Вот, возможно, и вы бы сели, сказали, да я аккуратно. Но это вот, я смотрю просто, насколько тупой человек. Он не понимает, что где-то там собака дорогу перебегает, я могу тормознуть, и вот пиво мне на торпеду выльет. А потом будет всю смену вонять спиртным этим пивом, потом еще химчистка салона и все такое. То есть ни хрена не соображает. Значит, можно потерпеть, проследить, несколько раз попросить, чтобы он банку поставил там между ног, чтобы она твердо стояла, все такое. Но когда он выйдет, даже чаевые может дать, вчера у меня так и было, видит, что я-то как бы это с любовью претензии мягко очень высказываю, он мне еще чаевые оставил. Но я буду теперь в следующий раз ставить колу. Эти ролики будут смотреть также и пассажиры, пускай соображают. И я как бы повторяю, что раньше я ставил или пятерки, или ничего не ставил. Ну вот я вам пример приводил, что в какую-нибудь промзону выезжаешь, естественно, бьешь машину по бездорожью, опаздываешь, рейтинг от этого падает, а тебе не дали чаевые. Объясняю, скажем, в Яндекс.Такси, но я не в самом Яндекс.Такси, а по приложению Яндекс.Такси в автопарке «Олимп». Значит, автопарк берет что-то там 3-4% своей зарплаты, Яндекс берет 25% своей зарплаты, плюс ты бьешь машину, минус, ну там, газ высчитываешь и так далее. То есть зарплата получается у таксиста очень даже не очень, а по крайней мере в провинции. А как любой таксист, как любой водитель, если он целый день по городу мотается, он рискует еще и своей жизнью. Все правила уличного движения, ребята, написаны кровью. Если пассажир этого не понимает, если он еще где-то на претензиях каких-то, ну, ребята, естественно, водила, таксист будет ставить в больших городах, это уже вовсю началось, и я буду так поступать, он будет ставить отрицательные оценки. Результат. Рейтинг пассажира падает, такси он ждет дольше. А в больших городах я уже слышал, что даже такого пассажира Яндекс блокирует. Для начала на какой-то там, на какой-то срок. Ну вот, в принципе, что я хотел рассказать вам. До новых встреч!